Как строить быстро и при этом качественно? Сегодня в столице Чувашии открылась международная научно-практическая конференция «Интерконпен-2017», посвященная развитию каркасно-панельного домостроения. Ее участниками стали руководители и специалисты строительных компаний, архитекторы, проектировщики, производители оборудования из 30 российских регионов и 4 зарубежных стран. Объемы жилищного строительства в России за последние несколько лет увеличились с 60 до 80 миллионов квадратных метров в год, во многом благодаря развитию индустриального домостроения. Несмотря на то, что отрасль переживает сейчас не лучшие времена, организаторы и участники конференции уверены, именно за крупнопанельным строительством будущее. Современные технологии позволяют воплощать в жизнь самые разные проекты и повышать доступность жилья. Сегодня уже требуются квартиры больших размеров, семейные квартиры. И, конечно, мы вот работаем сегодня над тем, чтобы те дома, которые мы сегодня строим, чтобы они оставались, имели потребительскую свою способность, оставлять в течение 100-150 лет, как будет долго стоять эти наши дома. Чебоксары впервые принимают международную конференцию «Интерконпан», хотя проводится она уже в 7-й раз. Выбор на столицу Чувашии пал не случайно. У чебоксарских предприятий накоплен богатый опыт по развитию крупнопанельного строительства. Все железобетонные заводы и все ДСК в Чебоксарах уже давно модернизированы и имеют широкую линейку панельных домов и каркасных панельных домов. У нас в Чебоксарах, наверное, в единственном городе в России 3 полноценных ДСК. Для участников конференции организовали посещение производственной площадки ЖБК-1. В прошлом году здесь наладили выпуск многопустотных плит перекрытия. Новейшее автоматизированное оборудование позволяет делать плиты пролетом до 21 метра. Общий объем инвестиций в модернизацию производства составил 420 миллионов рублей. Мы построили целый комплекс абсолютно новых зданий и сооружений для организации нового производства. Это и производственный корпус, и абсолютно новое бетоносмесительное отделение, полностью автоматизированное. И купили, собственно говоря, технологическую линию для производства пустотных плит перекрытия у итальянской фирмы Nord Impianti, которая успешно запущена в прошлом году. Международная конференция «Интерконпан-2017» будет проходить в Чебоксарах еще 2 дня. Помимо обсуждения особенностей проектирования крупнопанельных зданий и технологий сборного домостроения, участники посетят еще несколько предприятий республики. Кроме того, они смогут на месте ознакомиться с застройкой 2 новых микрорайонов в Чебоксарах и Новочебоксарске. Сергей Янин, Павел Иритков, Вести, Чувашия.